На очередном заседании по делу о трагедии в лагере «Виктория» суд за 6 часов не успел допросить всего нескольких свидетелей. Среди них непосредственные очевидцы пожара. Бывший спасатель Вячеслав Старыш, который прибыл на подмогу своим коллегам, вновь отметил частичную заполненность пожарного водоема и отсутствие давления в гидранте. А вот бывший воспитатель лагеря говорит, что слышал признание Татьяны Егоровой в момент пожара о забытом кипятильнике. Он также рассказал о том, как обнаружил остатки петельника на пепелище. Вибіг ще на двір, я вибіг з правого боку, побачив, що палав уже весь будинок. Єгорова, Тетяна Олегівна, здається, стояла збоку і в стресі, і говорила, що це через, я почув, що через неї сталася пожежа. Тобто вона казала, що це вона винна в цьому всьому, вона повбивала дітей, і що в цьому винний кипятильник. Бывший воспитатель сообщил, что по просьбе спасателей участвовал в просеивании пепла на месте пожара. Помимо кипятильника и проводов, обнаружить фрагменты человеческих останков тогда им не удалось, сообщил Сергей Бекетов. Ныне исполняющая обязанности директора лагеря Алена Адамская, которая вместе с Татьяной Егоровой пыталась тушить возгорание, подтвердила. Очаг возгорания был в комнате худрука. А потом Татьяна Олегівна подивилася в сторону своей комнаты, увидела, что там світло горит. Світло у вікні. І сказала, що в мене в кімнаті світло. Далі вигукнула, що це пожежа. І вигукнула, що вона забула вимкнути кипятильник. І на момент, коли я вже зайшла, горіла тумбочка, ліжко, яке стояло під вікном, речі, які на ліжку лежали, починали займатися штори і куток самої кімнати. Женщина сообщила, что пыталась потушить пожар огнетушителем, но его не хватило. Кроме того, она начала задыхаться и вынуждена была выйти из горящей комнаты. После этого сотрудники лагеря решили приступить к эвакуации.